Всем привет, ребят. Сегодня, честно говоря, немножко удивил. У нас базар на русском сервере, нашем андроиде, за 3000, в принципе, дают тоже неплохие плюшки, дают льдышки, которые донатные, которые очень сложно получить для бездоната, в принципе, по 10 штук, 10 карт. Я считаю, это неплохо. Этот, конечно, наборчик за 10к нафиг не нужен, он себя никак не оправдывает, но самое основное вот это вот здесь, честно говоря, удивили. Третью карту дают, также дают сет Рун Prime, отсюда падают топовые сеты, пятые эмблемы дают по 20 камней Рун Таланта, это тоже в принципе неплохо. Ну и самое основное, дают 20 осколков Огнекрыла, это в принципе довольно-таки хорошая цена, если учитывать то, как они падают, эти осколки с лабиринта, то те люди, которые копят, конечно, вы потратите 50к, можно кучу разных героев повыбивать. Но опять же, это для тех, кто уже там нормальных героев имеет и копит по чуть-чуть. В принципе, такой вариант тоже неплохой, собрать осколки отсюда. Так, забираем и забираем еще раз. Вот так вот у меня уже появился, по сути, по счету на основе 4 огнекрыл, 2 у нас уже есть и 2 уже осколками собрано. В карте, по-моему, в карте нету. Надо будет еще в картах повыбивать. Так, забираем наши плюшки, идем учить битву гильдии, потом это все пооткрываем. Так, отличненько. Что там у нас сегодня на битве гильдий? Ну, тут должны первое место взять, по сути, рейтинг гильдии. Ну, самое сильное получается. Ну и Коза Ностра. Так, 378. Не хочу сегодня заморачиваться. Уставший после тренировок, поэтому, честно скажу, даже если сольемся, я не сильно расстроюсь. Как вы знаете, я в последнее время, наоборот, люблю сливаться. Мне хоть какой-то интерес тогда играть в следующую битву гильдии. Так, диктаторы. Поехали. Кто тут у нас? Стрелок Афина, Некрос. Ну, неплохой вариант. А снизу ворожея Огнекрыл. Ну, вот надо сразу ворожея обезвреживать. Неплохо так нам урона там прилетает. Так, Бигфута у нас уже слили. Посмотрим, что будет в судьбе. Говорят, а у нас Фрей нету. Я думаю, что такое у нас так просаждают. Говорят, там уже будет следующий этот Огнекрыл будет на 12-й скилл качаться. Вот сейчас, кстати, можем. Вполне вероятно, что можем даже слиться, если ворожая нашего сейчас ушатает очень быстро. Хотя он у меня с ожогом, в принципе, не должны. Посмотрите, как вражеский огнекрыл нормально держит урон. Все, он один остался. По сути, он тут уже один ничего не сделает. Еще ожил, ничего себе. Говорят, будет Огнекрыл, именно Тавр. Интересно будет посмотреть на это все действие, что там будет. Очень-очень даже интересно. Как видите, Огнекрыл один из доложителей оказался. Ладно, будем с Афинкой бегать. Не хочу ничего менять. Так, 380, 396. Второго тоже, походу, надо бить. Так, что тут у нас? Повелитель бури, стрелок, Фрей. Конечно, начинаем с Фрей. Ну, что-то Фрея как-то вообще. А ворожая что, нету? Жесть. Такая сила и нету ворожая на дефе. Да. Так, второй готов. Поехали дальше. 396.
Вот опять огнекрыл, Фрея внизу выражает. Это интересно будет. Ну, поехали. Будем отсюда начинать. Так, Афина минуснулась. Конечно, мне тут тоже неплохо было бы Фрею на Фрею. Потому что сейчас... Ну как-то вообще, что-то тут огнекрыл какой-то вяленький. Не знаю, что это с ним. Вообще как-то печально. Так, есть. Третий, да? 378. Тут что у нас? 372. 350. Походу еще двоих этих надо убить. Так, что тут у нас? Фрея стрелок. У нас кто-то минуснулся. А, ну это Афина, как обычно. Да, не будем даже Фрею ставить. Вместо нее смысла не вижу. В принципе, огнекрыла хватает с головой. Надеюсь, все скоро с вас уже его смогут потестировать у себя на аккаунте. Герой реально чумовой. Ух ты, ничего себе. Как это мы так 50% быстро набрали. Жестко, жестко. Вот, кстати, мне нравится здесь мой ворожей. Ну, как-то быстренько. Дон Сахаридзе. Так, окей. Ну, Афина, понятное дело, сливается. Сливной герой. Она явно не для битвы гильдии. Так, поехали, следующий. Так, тут что у нас? Афина, Фрея далеко. Ворожай по центру. Ну, это что-то интересное должно быть. Тут еще и Фрея сразу бьет. Вот это интересно. Интересная расстановка для героев, честно говоря. Правда, Фрея заряжается тут. Это Финки сразу же. Ладно, пойдем через Фрею. Будем сначала Фрею мучить. Потом всех остальных. Так, Афина минуснулась. Понятно все. Так, а что тут есть еще? Ну, в принципе, 1010, 1016. Тут можно даже любого за 300 прийти. Я много не потеряю. Сколько у меня там уже есть? 416. Давайте спарка кого-то самого слабенького убьем. 800, 808. Не дотянем до 5000. Надо нам сколько? 884, да, набрать. Давайте поищем кого-то на 884. Вот такой, блин. Меня Медевин прошел, проходил. Не мог всех остальных затащить. Так, вот где-то здесь они должны быть. 892. Рэмбо. 89. 87. 83. 85. Так, надо 219 тысяч кого-то найти. Есть такие. Да ладно, что, нету таких? Блин, обидно.
Ладно, придется делать слив. Поехали. Так, Bigfoot, давай включайся. 35% уже набрали. 55. Ну, как видите, что-то вражеская фрея меня вообще не впечатлила. Плюс тут все остальные герои были живые. У нас слилась только как обычная Афина, ну, не знаю. Ворожай, говорю, ворожай. И Огнекрыл, конечно, уже реально очень, очень жесткий по сравнению с Фрей, поэтому тут, вот смотрите, он дольше всех выжил, ну конечно тут не справился. Так, что, 5132. Вот такая вот у нас была битва гильдий. Лайк, если вам понравилось, пишите, я уже не знаю, мне уже честно надоело, наверное, уже так проходить. Будем пробовать проходить обычными героями, снимать дев, потому что, ну, интересно в лоб. Как видите, сейчас любая расстановка, любые герои просто проходятся. То есть уже настолько герои усилили, что просто, ну, нереально выдержать их. Какая бы у вас там расстановка ни стояла, у вас все равно можно пройти. Идем сейчас плюшечки пооткрываем, посмотрим, что там у нас есть. И пойдем уже спать. Наконец-то. Так, юнитов добью сейчас. Так, отличненько. Поехали, плюшки посмотрим. У нас интересного есть. У нас много всего интересного есть. Камешки, в принципе, неплохо. Так, 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 так. Вот, set и prime room. Поехали. Так, ложный. Ну, такое себе. И гнев тоже такое себе. Наверное, они туда впихнули специально такую фигню, чтобы народ велся. И пишите в комментах, если кому-то что-то другое упало. Ну, конечно, скорее всего, упало, но опять же не топовое. Ну что, поехали, откроем 6 карт. Посмотрим на дроп. Седна. Заклинательница. Профессор Риббит. Бигфут. Седна. И Повелитель Бури. Ну, все упало. Разнообразие хоть какое-то было, но, конечно, все герои, кроме Повелителя, там Бигфута. Ну, Седна тоже неплохая, но не очень. Так, что у нас тут еще есть интересного? Больше такого ничего нету. Надо будет заняться на выходных картами мифическими. Так, 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 так. Что тут еще у нас такое есть? Замедление надо нам талантиком. Его нету. И огненку тоже нужно будет достать. Так, ну-ка давайте так сделаем. Откроем эти коробки. Так, тяжелый удар. Тяжелый удар. У нас утекание, в принципе, оно уже не надо, по сути. Возвращаем обратно. Так, есть. Огненная защита. Ну, пусть пока будет. Так, ну, в принципе, все, ребят. Вот такая была битва гильдий. Плюшечки собрали четвертого огнекрыла. Обязательно участвуйте в акции на Некросика. Ссылочка в описании, как обычно. Подписывайтесь на канал, репостики, все дела. Всем удачной БГ. Всем пока. А, нет, какое пока? Побежали еще. У нас же архидемон есть.
Вот пройдем сейчас, ребята, вот таким вот составом. Недособранные у нас герои. Ну, в основном собранные. Посмотрим, какой шанс, что мы затащим все волны. Без артефактов, некоторые без питомцев. Хороший состав. Посмотрел, тащу полностью все таким составом, то есть с первой попытки проходим полностью 25 волн. Надеюсь, они скоро разблокируют дальше. Очень много локаций, хотелось бы, чтобы они доделали все-таки до ума, улучшили дальше, открыли их, потому что реально скучно. Так, ну что тут? Давай, иди сюда. Отлично. 17-я волна. У нас вроде как бы все живы. Конечно, огнекрыл, блин, просто тащит везде. Он как и Фрея, но поярче намного. 21-я волна. Вот ведьмы. Ведьма нам 496 тысяч, видите. Поехали еще разок, не дособирали. Как видите, гарнизон вообще никакой роли уже не играет. Ни на битве гильдии, ни вообще ни в одной локации он нафиг уже не нужен. Может, они что-то придумают в дальнейшем, придется сливать героям и прокачивать опять. Но пока чисто для судьбы по одному можно прокачивать. Так, что там, у нас кого-то слили уже или нет? Да, что-то выражения не вижу. Подражалку поубивались. Нет, тыковка. Нет, тыковка. А, тыковка еще жива, нифига себе. Вот, смотрите, 25-я волна. 614. Ну, это самый худший результат с прохождения инфо. Но опять же, прошли 25 волн, вот так вот. 93% уже все. Ребята, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, пойду я баньки.